Потянулась детвора в школу с самого утра. Ромы, Коли, Нади, синие тетради, ранцы и портфели, краски, акварели. Парта, глобус, первый класс, знаний день у нас сейчас. Школа. Трудно ошибиться, но это слово и все, что с ним связано, наверняка вызывает массу воспоминаний у родителей учеников и огромные переживания у нынешних воспитанников всех учебных заведений. Не стало исключением и пятая средняя общеобразовательная школа, где сегодня в половине девятого утра состоялась праздничная церемония празднования Дня знаний. По традиции ее открыл директор школы Евгений Пучков. Он отметил, что пятая средняя встречает новый учебный год с весьма неплохими результатами. Достаточно сказать, что более 80% недавних выпускников школы будут продолжать свое обучение в различных высших учебных заведениях. И, конечно же, Евгений Борисович поздравил всех собравшихся. 1 сентября – это особый праздник. И он самый торжественный, наверное, для наших юных учеников, учащихся первых классов. Дорогие первоклассники, весь педагогический коллектив и ученики школы надеются, что вы будете продолжать славные традиции, которые есть в средней школе номер 5. Будете достойными преемниками всего самого доброго и интересного. И преодолеете все трудности, которые есть по дороге знаний. Успехов вам! Ну и, конечно, наши уважаемые взрослые выпускники, которые стоят на пороге своей, пожалуй, нелегкой и трудной жизни. Потому что много происходит изменений, жизнь очень бурная. Поэтому, дорогие ученики 11 классов, пожалуйста, подумайте за эти 9 месяцев, определитесь, кем быть, каким быть, что вы вынесете со школьного порога. Учащихся, их родителей и педагогов 5-й средней поздравила и глава нашего муниципального округа Элеонора Шереметьева. В своей небольшой речи она еще раз напомнила, что учеба – это не только получение знаний, но в первую очередь становление личности. А это невозможно без преодоления массы трудностей и уважительного отношения друг к другу. Надо радоваться этим трудностям, отметила глава, равняться на положительные примеры взрослых, каждый свой день стараясь идти по светлой стороне жизни. Дорогие родители, я желаю, чтобы вот это торжественное ваше настроение никогда не покидало вас. Конечно, 11 лет учебы – это очень трудно. Это очень большие трудности, это сплошное преодоление. Но наберитесь терпения и вместе со своими детьми учитесь. Уважаемые учителя, я вам желаю, конечно, прежде всего вдохновения в труде. Потому что нет более благородного звания учитель. И где бы кто бы ни достиг совершенства, его всегда называют учитель с большой буквы. Поэтому терпение вам, вот этого неустанного желания расти в себе и передавать свои знания детям. Сегодня же руководством школы были отмечены ее лучшие педагоги. Они получили благодарности за свой труд, проявленный по различным школьным номинациям. А глава округа, в свою очередь, пообещала выразить свою признательность, премировав в самом скором времени всех награжденных. Небольшой праздничный концерт в исполнении учащихся и дан старт новому учебному году. Из этих стен батагою веселою уйдем вперед дорогою своей. Но будем вечно помнить нашу школу и наших дорогих учителей. Всегда мы будем помнить наши осмы, экзаменов бескровные бои. Михаил Лабазов, Светлана Бароненкова, Дмитрий Парфенов, Угличское общественное телевидение.